Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я с оптимизмом смотрю в будущее. Вот повторим один раз, и вы посмотрите, что сегодняшний день для вас будет самым счастливым. Ну а теперь небесное послание на 18 января. Мы хозяева своих мыслей. Когда нам кажется, будто ситуация или обстоятельства вокруг заставляют нас думать определенным образом, мы ошибаемся. На самом деле, наши мысли избраны нами. Перед тем, как впустить в свое сознание конкретную мысль, мы принимаем решение, делать это или нет. Осознание этого процесса ведет нас к тому, что мы можем контролировать негативные мысли, блокируя их еще на входе, а также заменять их только на позитивные и светлые. Такая тренировка дает нам возможность ощутить себя хозяином своей жизни и управлять своей реальностью. Если на секунду вам покажется, будто вы не в силах остановить отрицательный мыслепоток, используйте такое утверждение. Я всегда контролирую каждую свою мысль. Я думаю только о счастье и любви, и ангелы мне в этом помогают. Вот проговаривайте каждый день по 7 раз, и вы увидите, как ангелы будут вам помогать. Тренируясь выбирать то, о чем думать, мы с каждым разом будем становиться все осознаннее и продуктивнее.